Симпосион. Ожидание, отложенная жизнь, аккуратно разглаженная рукой, сложенная вертикально, по всем правилам японских домохозяек, чтобы поместиться в небольшой рюкзак на спине и не помяться. Ношу с собой. Хотела подарить тебе, ты пожал плечами. Зачем мне девичий розовый рюкзак, да еще и со слонами? Предложила знакомой дикой кошке с пятнистой шкурой леопарда. Та презрительно замурчала, зачем мне? У меня и так 9 жизней, прожить бы. Хотела поделиться с веселой рыжей корги. Та внимательно выслушала меня, виляя хвостом, и ответила: спасибо, но у меня уже есть в своем рюкзаке на брюхе 5 новых симпатичных жизней. Странно, никому не нужна чужая жизнь. Придется, видимо, достать из рюкзака и раскинуть в поле. Скатертью-самобранкой, усыпанной разными вкусными яствами. И, наконец, возлечь на ее симпосионе. Симпосион.